Почему вы считаете, что Молдова не независимая страна? Как страна, Молдова независима, суверенная и так далее. По Конституции. Но то, что в Конституции, это одно, а по факту это другое. Когда мы видим, что, к сожалению, опять же, я не хочу постоянно критиковать, но мы видим действия, которые показывают, что некоторые или большинство решений на уровне руководства страны, они не в пользу граждан. И поэтому, когда у нас проблема с компетентностью, когда у нас люди, которые не имеют опыта, скажем так, и не принимают решения, то у меня эти решения спровоцированы, скажем так, консультантами, а не их опытом или их мозгами, скажем так, да, то тогда у меня серьезные вопросы, как человек, который имеет 17-летний опыт в правительстве. То бишь я проработал, то есть есть опыт. И есть очень много других людей, которые не находятся в правительстве, которые имеют такой опыт, которые могут себе позволить принимать решения на базе своего опыта. А если опыта нет, то да, принимаешь решения за счет некоторых консультантов. То есть у меня серьезные сомнения в том, что де-факто или по факту у нас сейчас независимая страна.